Всем привет! Сегодня у нас с вами поздравительная планерка. Итоги каталога 4. 2016 на первый слайд, да, особо не обращаем внимания. Так, ну давайте, ребят. Зовут меня Ольга Соколова, да, если вдруг кто-то меня не знает. Подведем итоги ушедшего каталога 2016 года. Что хочу сказать. В принципе, прирост у нас по этому каталогу есть. И я хочу вас с этим поздравить. Я хочу поздравить еще и тех, кто только стартанул, да, и не получил первые результаты. Это вообще самое главное в жизни. Получить старт, тем более, если первый доход у кого-то есть, это вдвойне приятно. У кого увеличение дохода пошло, это тоже приятно. Посмотрите, ребят, на статистику, да, вот у меня сначала 16-17 первый каталог, это у меня с первой группой было, а второй каталог, там уже у меня группочка оторвалась, поэтому это только персоналка остается, поэтому так видно. Но вот видите, показатели растут, то есть мы с вами, это показатели всей команды, мы с вами растем, да. То есть вот если сравнивать третий каталог и четвертый, то у нас активность возросла, активных партнеров стало больше. Плюс 10. На 10 человек возросла. Дальше баллы немножечко увеличилось, плюс 39. Мы с вами, конечно, можем лучше, будем стараться, да, увеличивать дальше товарообороты групповые. Рекрутов у нас тоже увеличилось, 15 рекрутов стало. А квалифицированных рекрутов в нашей команде немножечко стало меньше, потому что в третьем каталоге было 12 рекрутов, стало 8 рекрутов. Поэтому работаем дальше. Ладно, ребят? Так, ну давайте поименно буду всех поздравлять. Квалифицированными рекрутами четвертого каталога стали Кострова Наталья, Мазеев Дмитрий, Рыбакова Татьяна, Карнаева Ольга, Минзулова Татьяна, Никитина Татьяна, Клинкова Татьяна, Клинков Андрей. Квалифицированные наши рекруты вступили в стартовую программу от компании «Альфейн» и за прохождение шага 1 получают такой набор. Набор «Молоко и мед». Всего за 199 рублей. Его цена составляет 1370 рублей. И выгода их составит 1171 рубль. Ура, поздравляем, мы за них очень рады, потому что действительно вот этот набор является очень хорошим. Многим нравится, да, многие уже получили эти наборы и отличные отзывы. Поэтому давайте аплодисменты восьмерочки поставим. Порадуемся за наших партнеров, за квалифицированных рекрутов и желаем дальнейшего продвижения по стартовой программе и получения всей выгоды. А вся выгода составит 13 504 рубля. Или экономия, или можно заработать, да, заработать на этой стартовой программе. Так, получили уже наборчики за... получили наборы в этом каталоге, получается, Буторина Любовь получила, Мифтахова Анастасия, Королева Ольга, Королева Светлана, Фролова Виктория, Колотова Елена, Серова Анастасия, Сапожников Олег, Зайцева Татьяна, Шаманова Анастасия, Терфилев Денис. Кто не получил, ребят, вроде бы я посмотрела, у этих людей заказы есть. Поэтому, скорее всего, и наборы получите, да, если что, посмотрите. Если не получили, обязательно вложить себе в корзину наборы. И так как у Корнякова Юрия не было заказа, вот он единственный, кто не получил этот набор. Юрий, получаем обязательно, потому что вы имеете право на этот набор. Он всего 599 рублей. И, думаю, все равно хотя бы на подарок, да, если вам не надо, то сэкономите. На подарок. Все равно вы заслужили, пройдя шаг один, имеете право на такой набор. Так.
Дальше. Ребят, вот я здесь фотографии выставила тех людей, которые получили эти наборчики. Кто мне прислал, да, поставила. Узнает, может быть, свои наборы. За шаг 2 получили наборы Блинков Максим, Асадулина Эльмира, Колец Измена. А Блинков Максим вот фотографию нашла, все остальные вроде бы присылали, но так я куда-то их сохранила, не поставила, не успела найти. Но вот такие наборы получили за шаг 2. Тушь, зубан, помада, это вообще отличная серия, и серия Optimus Primus. За шаг 2, поэтому проходите, ладно? Оля, а что ты не вложила в корзину? Вкладывай, конечно, получается. Дальше, шаг 3 уже прошли. А, заказала, ладно, все, потом фотографию мне обязательно, ладно? Хорошо, теперь. Дальше, шаг 3 уже прошли. Блинков Максим, Асадулина Эльмира, Колесник Елена. И в этом каталоге, уже в этом каталоге, они получают за шаг 3 вот такие наборы. Это серия Giordani Gold. Сами понимаете, серия Giordani является самой дорогой элитной в компании Oriflame. И этой косметикой очень приятно пользоваться. Блинков Максим уже сделал заказ. Я думаю, что он у него включился уже в его заказ. Поэтому ждем от него фотографий. Смотрите, да, тушь. Мне очень нравится тушь Giordani. Туалетная вода, помада и тональная основа. Полностью этот набор составил бы 4360 рублей. Максим, Эльмира и Лена получат его всего за 199 рублей. И их выгода составит 4161 рубль, ребят. Поэтому поздравляем их. Это очень большая экономия, согласитесь, да? Там туалетная водичка только сколько стоит. Вот, поэтому стартовая программа вообще классная. Штука. Они приблизились, кстати, уже к претендентам на победу вот такого вот аппарата Screen Pro, поэтому проходите все шаги, будет розыгрыш между участниками стартовой программы вот такого аппарата Screen Pro, который чистит лицо в домашних условиях, всего 2 минуты составляет чистка, и он более глубокое будет проникновение крема, поэтому будете выглядеть просто шикарно от применения такого аппарата. Ну и как всегда, ребят, смотрите, объявляю, да, розыгрыш всех партнеров, среди тех, кто первую неделю каталога сделает заказ не менее 150 баллов бонуса, включаем список и будем разыгрывать 500 рублей. Обязательно просмотрите на розыгрыше, включены ли вы, ладно, в список, потому что человеческий фактор всегда имеет место быть. Поэтому посмотрите, если вы в списке есть, то все нормально. Если у вас забыли список, сразу мне напишите, я вас тут же включу. Хорошо? Договорились? Чтобы все обязательно попали, поэтому участвуйте. Ага. Участвуйте обязательно. Спонсорские баллы получили, я сюда только добавила список, да, среди тех, кто до этого получал по программе «Создай свою историю любви», и еще в том каталоге также получили. Прочитаю полностью этот список, потому что, начиная с этого каталога, в пятом каталоге, мы уже меняем свои спонсорские баллы, накопленные, на вот такие вот замечательные подарки. Буторина Наталина, Буторина Любовь, Королева Ольга, Полотова Елена, Рыбакова Татьяна, Мундулова Татьяна, Блинков Максим, Блинкова Татьяна.
Вот, обменивайте накопленные баллы себе, свои, на вот такие вот замечательные аксессуары. Видели, наверное, все видеообзор. Обязательно потом сами сделайте этот видеообзор и на чат и снимки мы посмотрим, что получилось. Ну, отзывы тоже обязательно, ладно? Можно видеообзор, потому что на фотографиях не всегда понятно, а вот когда видео делается, более понятнее, является. Можно все рассмотреть, все там пощупать, да? Не пощупать, но, по крайней мере, посмотреть. Угу. Так, твоя весна, программа, все, акция закончилась. Теперь мы получаем эти наборы, да, выбираем все свои плоды. Кто был активен со второго каталога, второй, третий, четвертый, и делали заказы более 50 баллов бонуса, получают наборы за 199 рублей вот, на выбор. И часы в следующем каталоге будут вот такие часы, тоже за 199 рублей. А если в этом каталоге заказ не менее 50 баллов, ладно, кто идет по первому? По первому пункту. То по второму, то есть были активны только два каталога, или второй 50, и там четвертый 50, или третий 50, и четвертый 50, ну то есть два каталога, да? То тогда наборы будут за 499 рублей. Тоже забирайте, цена тоже выгодная. И если только один каталог, то за 799 рублей тоже цена очень выгодная для таких наборов. Обязательно забирайте сейчас. Я уже забрала сразу в первые дни каталога, в воскресенье. Я сделала заказ, пока есть все в наличии. Что я заказала? Наборы Лео забрала. За 199 там у меня строчка не влезла, там сначала идет набор 199, а потом он расписывается. Вот, потом мыло, набор шведский спа для рук. Мне очень нравится такой наборчик, и он очень хорош на подарок. Потом я взяла себе скраб для тела шведский спа и масло. Вообще отличная серия, и аромат такой, и, знаете, тело такое приятное, мягкое. Не буду хвалиться, попробуйте лучше. И, конечно же, серия Wellness Омега-3. По подписке у меня идут. Тут все подписка, кроме батончиков. Батончики, видите, там скидка написана. Это батончик я беру со скидкой по премьер-клубу 50%. 416 рублей у меня получились батончики. Вот, но витамины себе, витамины мужу, коктейль и омегу-3. Вот мой товарооборот получился на 245 баллов. Вот, 243 балла. Там еще такая коробочка есть интересная сейчас в этом каталоге, косметическая. Обратите на нее внимание, я просто в этот раз смотрела обзор, да, мне очень понравилось. Вот, кому это актуально, да? Тоже очень хороший подарок, ну и тебе тоже очень удобно. То есть мой заказ, вот посмотрите, составил на 8470, да, и скидка 5000, представляете? И все равно с личного кармана я плачу только 3427, то есть 3-3,5, иногда 2 у меня только бывает за каталог, да, то есть у меня особо-то все большие и расходы личные. Вот, все заработанные денег у меня уже идет. У вас тоже так же будет. Покажем пример. Так, давайте дальше. Ну, теперь поздравим наших звездочек. Самый такой кульминационный момент. Выделились девчонки, молодцы. Обожаю вас. Стартанули. И мне очень приятно вас с этим поздравлять. Поздравляю Настю Авдонину, самостоятельную девочку, которая сама создает товарообороты, сама во всем разбирается, сама рецептирует и сама
создает свои ветки, то есть, ну, особо никто не помогает, да, единственное, что я ее только сопровождаю. А Королеву Светлану тоже поздравляю. Светлана очень активная девочка, позитивная, мамочка, как и мы с вами в декрете. Двоюродная сестра Оли Королевой, семейный подряд, да? И мне очень приятно, что вы в моей команде. Команда у вас очень хорошая будет, я уверена в этом, сильная будет, потому что все-таки у вас не только бизнес связывает, но еще и родственные узы. А когда родственные узы связывают, то команда получается намного сильнее и успешнее, соответственно. Татьяну Рыбакову поздравляю. Тоже девочка молодая, ей всего 17 лет. Представляете? Она учится в пединституте, в мединституте, вроде бы я у нее спрашивала, сейчас уже вот забыла, студентка, и рассмотрела здесь возможности, это крестница Елены Колесник, и я рада, что у Лены есть такой замечательный, тоже надежный партнер. Татьяну Блинкову поздравляю тоже с первым уровнем, 3%. Татьяну Блинкову сегодня я поставлю видео, мы записали. Она немножечко будет рассказывать о себе. И мне приятно, что Татьяна рассмотрела предложение, которое предоставил ей ее сын. Сын сейчас, Максим Блинков, ее обучает. И Татьяна, как хорошая ученица своего сына, его дублицирует, да, во всем разбирается, изучает информацию, тоже надежный партнер. Вот, мне очень приятно, что идут к вам ваши теплые контакты, и это говорит о том, что ваша команда будет очень даже сильной и успешной. Поздравляю, ребят. Также хотелось бы мне поздравить Пронаеву Ольгу, Платанову Екатерину, Храменко Татьяну и отметить Мендулову Татьяну. Мендулова Татьяна, к сожалению, фотографии не успела, да, я поставить сюда. Но девочка очень активно задает вопросы, разбирается. И это главное, да? Главное, что вопросы задает. Правильно делает, и вот уже стартанула, молодец, поздравляю ее. Своего лидера, своего третьего будущего директора, Королеву Ольгу из города Набережных Челнов, так же, как и я, поздравляю с уровнем 6%. Олечка, поздравляю тебя, а ты молодец. А двигаемся дальше, давай в менеджерский состав, а потом уже и до директора недалеко. Да, поздравляем. Также поздравляем с уровнем 6% Яковлева Сергея, Бурмут Инну, Мартыненко Александру, Бабеляк Владислава, Рузиканова Алексея, Колотову Елену, Серову Анастасию, Полунина Никиту, Потапова Антона, Сапожникова Олега, Мистахову Настю, Дырянова Андрея. Молодцы, ребят, поздравляем вас, 6% уже чуть-чуть остается до менеджерского состава. Да, мы консультантов быстренько проходим и идем именно в менеджерский состав. Почему, ребят? Потому что у нас здесь как раз работа связана с тем, чтобы работать с партнерами, обучать. И вот консультанты, они в основном занимаются чем? Формируют свой личный товарооборот. Менеджеры – это уже те люди, которые личный свой товарооборот организовали. Они уже информацию дали о том, что они сотрудничают с компанией, и у них уже есть даже определенные клиенты. Все, менеджеры – это уже те люди, у которых организован личный товарооборот, они тратят свое время,
в основном на рекрутинг и на обучение своих партнеров. Тут уже становление лидерства. И мы как раз на менеджерском составе и выявляем этих лидеров, а потом эти лидеры уже доходят и до директорского звания, да, там уже выявляются лидеры и развиваются, ну, соответственно, и доход растет. Хотелось бы мне отметить, что последний вагон успели все-таки запрыгнуть Ольга Иванова и Максим Блинков. Последний вагон для вступления в программу «Турборост» и «Мой автомобиль Арифлейм». Поэтому, ребят, давайте, не подкачайте. В этом каталоге Оля, менеджер 15% план, есть, давай, сделай это. Максим, план менеджер 12% с отрывом. Максим, ждем от вас, ребят, результатов. Хорошо? Цена вопроса 101 500. Будете эти деньги получать. Турборост постепенно, при отрывах. Если даже у вас потом не будет отрывов, не переживайте. Вы все равно эти деньги получите, так же, как я получила в этом каталоге. Но самое главное, этот каталог пятый сделать новые уровни отрывами. Да. Надо очень хорошо, Оль, стараться. Давай, стараемся, да? Можно и за 100 тысяч-то, извините меня, ночами-то не поспать. Почему бы и нет? Так, ребят, смотрите. Хочу отметить, что менеджерская конференция, вторая волна, проходит. Осталось всего два каталога. Это вот этот и следующий. Тогда вам нужно стать менеджерами 15%. Хорошо? То есть, кто планирует на менеджерскую конференцию, а планировать должны все поголовно, даже те, которые придут только в этом каталоге, даже те, которые придут в следующем каталоге, планируйте, пожалуйста, на менеджерскую конференцию, старайтесь со всех сил вырастить в каталоге номер 6, до менеджера 15%, не ниже, отрывами. Обязательно отрывы. Как делаем отрывы, ребят? Отрывы делаем благодаря своей второй веточке. Да? То есть развиваем параллельно. Ну, первую веточку пока немножечко раскачиваем. Если она у вас слабая, то раскачиваем ее, продолжаем раскачивать, да? А потом начинаем уже вторую веточку создавать, но вот так, первую свою линию регистрируйте или родственника близкого, или активного партнера. Можно не родственника, но самое главное, чтобы он был активен, да, который скажет, мне интересно, который сам, возможно, к вам попросит, скажет, возьмите меня, пожалуйста, я буду делать все, что вы скажете. Вот такого сразу. Регистрируйте в первую линию. Такие люди есть, вы не думайте, что я тут вам наврала, да, и там что-то придумала, сказку какую-то. На самом деле, даже у меня, вот Катя Сенцова, она сама пришла ко мне, она сама зарегистрировалась, но я ее в глубину все равно зарегистрировала. Эх, не стала в первую линию регистрировать. Она потом говорит, Оля, почему ты меня в первую линию не зарегистрировала? Я же к тебе сама попросила. Я говорю, ну я же думала, что ты не так я. Что зарегистрировалась просто. И все, и свалишь потом. Вот, она оказалась очень сильным партнером. Да, у них Евгения Полунина тоже. Оля Иванова. Ну, все вы там. Оля Королева, да. Вас всех можно было в первую линию регистрировать, ребята. Но вот не всегда угадаешь. Морковка – это тоже хорошо. Морковка – это наша стабильность. А не забывайте об этом, что при морковочке… Ой, я еще вам хотела про конференцию сказать. Давайте еще раз верну слайд. Это у нас с вами время есть еще пока. Смотрите,
Обратите внимание, что в основном, да, вы все идете по первому пункту. Видите, да, от 0 до 9%. Потому что во втором каталоге 2016 вы все были в этом диапазоне. Так ведь? Или вы вообще еще не были, или вы были вот в этом диапазоне от 0 до 9%. Поэтому менеджер 15% достигнут в шестом каталоге. Шестой каталог с отрывом, седьмой каталог с отрывом. Видите, количество раз 3 написано. Шестой каталог с отрывом, седьмой каталог с отрывом, восьмой каталог с отрывом. 3 каталога держим отрыв. Самое главное, не упасть в 15 и расти можно вверх. То есть 15, 18, 22, да, растем. И 15-15, ну, чтобы отрыв был. 18 тоже с отрывом. Понимаете, да? Растем, не падаем. Ниже 15%. Дальше минимум 2 квалифицированных репы. Но вы считаете, чтобы у вас было 20 суммарно. То есть сколько у вас уже сейчас репутов? Скорее всего, вам отчеты приходят на почту. Посмотрите. Вы все участвуете, посмотрите, что там и как у вас, что прописано, сколько у вас уже есть квалифицированных репутов. Я смотрю у тебя, сколько у меня репутов, сколько у меня осталось, да, набрать получается. Я тоже прохожу квалификацию. Дальше, квалифицированных репутов 20, например, у вас только 2. Осталось 5, 6, 7, 8, 4 каталога. 20 минус 2, 18. 18 делим на 4. Сколько это у нас получается? 4,5, да? Вот значит, по 5 рекрутов вам нужно, а осталось собрать 5, 6, 7, 8 каталог. По 5 рекрутов, чтобы 20 получилось суммарно. Хорошо? Вам одним это нереально. Ну, в принципе, реально это все, но все равно сложновато, согласитесь. А если вы командой будете работать, то есть спонсорскую веточку, да, все это делать, и чтобы и команда все друг другу помогает, то, в принципе, по 5 штук ежекаталожно, это будет хорошо. Но и от вас там не должно быть, чтобы вы квалифицировали за счет других, да? От вас там минимум 2 квалифицированных рекрута или 1. И от кого-то, ну, смотря какая ситуация у вас. Если вы хорошо идете по сумме, у вас попадает 2, тогда нормально там делать 1 квалифицированного рекрута. И все отлично. Как квалифицированных рекрутов, ребят, чтобы как вы делать, да, спросите. Очень просто. Приглашайте своих, сами, во-первых, становитесь квалифицированными рекрутами, если кто-то еще им не стал, потому что это зачтется, потому что вы сами для себя будете плюсиком, плюс один, и плюс один тогда, ну там, партнеров тоже приглашаете, рассказываете о программе стартовой, обо всех ее привилегиях, о том, что очень выгодно здесь в эту программу вступить, во-первых, а во-вторых, очень выгодно, ну, вообще сразу зарабатывать. Зарабатывать тогда человек, когда выполняет условия 150 баллов. Конечно, это не обязательно сразу, но, по крайней мере, дайте возможность, объясните, расскажите про стартовую программу. Если соглашается, то все, у вас квалифицированный рекрут. То есть не молчите, информацию обязательно своим новым партнерам давайте. Хорошо? А если один партнер не согласился, ищем другого партнера, также рассказываем о возможностях компании, регистрируем, рассказываем о стартовой программе. Угу. Не соглашается, другого ищем и так далее. Хорошо? Вот. Ну, еще, конечно же, ваши клиенты, да, клиенты вам тоже могут помочь в этом, это уже отдельная тема. Так, с этим понятно, да, ребят? То есть не тянет. 5-й, 6-й каталог
для того, чтобы сделать менеджерский уровень 15%. Угу. Хорошо, ребята. Истохи нас с вами ждет. Будет круто. Только эмоции будут. Кто хочет в УФУ, кстати, на Полежаева, тоже пишите. А я вот еще думаю, тоже можно поехать. Там в УФУ приезжает Владимир Полежаев. Вот. Поэтому, если будет возможность, давайте подъедем всю команду. Ну и кого я сегодня подключаю? Олю, то у нас уже время заканчивается. А, привет, говори. Привет, меня слышно? Ага, да. Давай я выключаю. Плюсики поставьте, кто не слышит. Всем привет, меня зовут Королева Ольга. Так, кто меня пригласил? Я по личному... Сейчас так. По личному бренду Ольга Соколова пришла сюда на этот проект. Ключевая фраза для присоединения была то, что свободный график и то, что быстро растущий доход. Меня это заинтересовало, так как я с ним не крепит, а вторым ребенком. Как рекрутирую? Погромче? Так, лучше слышно? Просто ребенок сейчас спит, и до этого потише говорю. Так, рекрутирую сейчас в основном на теплом рынке. Вместе со Светланой тоже обучаю ее этому. Также сейчас выходить на Авито и смотрю обучающие вебинары как раз по рекрутингу в Инстаграме. И также в других соцсетях. Обычный товарооборот получается больше, ну, 150 и больше получается. Результат за 2 капала, получается, первые 3 было, на 3% вышло, а 4 на 6. Планирую выехать, поехать точнее со всеми ребятами на Сочи и в ближайшие вот этом году до 20-22%, а там уже и дальше выше. Так, ну как-то так, коротенько. Мне было нормально слышно? Оль, спасибо тоже тебе за твое выступление, за твои планы, за твое стремление расти, развиваться, за твои результаты, которые ты показываешь. Вообще спасибо вам, ребят, за то, что вы делаете, да, за то, что вы растете, и это вам все окупится вашими доходами. Я очень люблю наблюдать, как растут ваши доходы, так что давайте быстрее зарабатывайте как можно больше. Договорились? Берите все по максимуму. Во всех акциях старайтесь участвовать. Во всех программах старайтесь участвовать. Разбирайтесь в них полностью. И уже сами разобрались, обязательно кидайте это все в чат, в для своей команды, да, для тех людей, которых вы пригласили, которых не вы пригласили, делитесь информацией, потому что сегодня вы делитесь информацией, завтра с вами этой же информацией поделятся, ребята. Договорились? То есть у нас здесь командный бизнес, мы здесь все друг другу помогаем, потому что прекрасно знаем, что один человек в этом бизнесе не справится. Поэтому у нас и регистрация идет в глубину, морковочка, это дает нам стабильный рост. Поэтому у нас есть скайп-чаты, где мы друг другу помогаем, все 24 часа на связи. Если нет кого-то из спонсоров, да, то есть другие люди, которые в это время не спят. Поэтому просматривайте всегда чаты, копируйте информацию нужную, себе ее обязательно сохраняйте. Делайте папочки себе удобно, чтобы вы эту информацию могли где найти. И папки лучше сделать на Яндекс.Диске. Почему?
потому что мы с вами работаем с разных устройств. Захотели с телефона, зашли, захотели с ноутбука, зашли, захотели с компьютера, зашли, захотели со своего ноутбука, зашли, а захотели с ноутбука своего мужа, тоже можно зайти и эту информацию там, взять, посмотреть. Да? Сегодня на одном ноутбуке поработала, завтра на другом гаджете поработала. Да? Вот поэтому все храните именно на Яндекс.Списках, на Google-диске, чем на вашем компьютере. Хорошо, договорились? Это очень удобно для вас самих. Мы любим с вами свободу, так ведь? Мы не любим привязаны быть к одному месту, мы любим интернет, мы люди поколения 21 века, поэтому благодаря интернету между нами нет границ, мы можем поехать с вами отдыхать, путешествовать и взять свой бизнес вместе с собой и продолжать его развивать. Договорились? Интернет и нас любит, да. Мы его, и он нас. Ребят, ну все, я желаю вам дальнейших побед, новых уровней, чтобы я вас хвалила, вами гордилась, везде вас поздравляла. И вы, чтобы сами были довольны собой и своей командой, которую вы пригласите. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно не стесняйтесь, звоните, пишите WhatsApp лучше, потому что я вам могу хотя бы там такое голосовое сообщение отправить, да, чем писать, набивать в скайпе. Лучше WhatsApp, задали мне вопрос, я вам быстренько ответила. У кого нет WhatsApp, обязательно установите, решите этот вопрос. Ну, в скайп-чатах мы с вами тоже общаемся, это все-таки наш виртуальный такой кабинет, поэтому обязательно там заходите, включайте скайп-чат, обязательно приветствуйте, ладно, чтобы было видно, что вы здесь. Новых вам побед, всем удачи, всем пока, до новых встреч!